Здравствуйте, друзья! Приехал кеклик с брудера вот такую вот клеточку. Вот он, кеклик. Вот так вот покажу. Подселил я его к молодежи охотничьего фазана. Тут охотничий фазан, молодежь. Есть у меня и пару золотых и алмазных. Вот это вот кеклик. Как он подрос уже. Вот побежал. Не знаю, как у них совместное содержание, как никогда же не пробовал, не знаю. Посмотрим. Но пока вроде не обижает. Я их совместил где-то уже час назад. Вроде их никто не обижает. Зачем я их совместил? Потому что у меня готов один вольер. Так сказать. И больше пока нету, не доделал, не успел. Вот эту все коголу мне надо поместить в один вольер, потому что у меня нету вольера. Уже думаю, через недельку так поживут, дальше они в вольере будут. Ну да, кеклик, я вижу, она стайная, то есть они пробежались туда, но все равно они все здесь. Вот. И с ним вон два охотничьих, они вместе лупились, вместе жили, так сказать, парочка охотничьих. Часть вот носится. Ну так подрастает уже. Это неспокойно. Себя ведут. Ну посмотрим. Может и. Тут у меня просто перегородка. Ставится перегородка между. Вот одна клетка, так сказать, и вот вторая. Посередине можно сделать перегородку. У меня есть эта перегородка, я просто убрал. То есть если их будут обижать фазаны, я поставлю перегородку, будет кеклик отдельно. Вот кеклик. Вот он. Тут стоят. Интересная птичка. Ну посмотрим по содержанию, как они себя будут вести. Побежал. Ну точно как куропатка, фазаны по-другому бегают. Ну все, а тут с фазанами один цыпленок лежит. Такой лохмоногенький. Тоже лупились вместе и живут вместе, нормально, не конфликтуют. Ну вот, такие вот у меня дела. Кеклик растет, пускай растет. Уже, наверное, когда переведу, тогда еще раз сниму, когда уже вольер перенесу всех, тогда сниму. Ну все, всем спасибо за внимание, всем пока.